А теперь немножечко про города в ваши дома. Мы считаем, что вам очень не хватает того бесплатного прогорода, который вам приносят. Поэтому вот вам еще газеты через телевизор. Итак, друзья, что же нам стоит почитать в свежем выпуске газеты «Про город» накануне веселых выходных? Весь город в собачьих фекалиях. Лихой троллейбус едва не протаранил дом печати. Сильный ветер в городе, рухнувшие заборы и разрушенные остановки. Вересники затопило. Постройте в городе крематорий, а то умирать страшно. В общем, не знаете, чем развлечь себя в выходные, чем вызвать улыбку и поднять себе настроение, читайте свежий выпуск газеты «Про город». Веселого всем уикенда! Отдохните, будто в последний раз.